Так, ну первое, я думаю, что это Фомин Данила. Легко очень. Даня, Фомин. Мне кажется, здесь очевидно, это Фома, нет? Ну, это Фома. Бабочка вообще топовая. Двухцветная, все правильно. Ну и причем фотография свеженькая, видно, недавно было. А он молоденький еще. Ну, видно, что это он. Ну, так, щечки ушли. Чуть-чуть взгляд стал чуть поумнее, а так, в принципе. Это ты такой маленький. Ну, прическа, конечно, сильная. Я думаю, его дома стригли 100%. Тарелочку надевали. Что-то я в ступоре. Я сначала подумал, это Жама. Потом нет. Вот за... А! Нет, хотя нет. Не знаю, Джики, может. Жирков, что ли? Зоба? Федя Смолов, нет? Ладно, я сдаюсь. Волосы убрать, так лысенько его поставить, ну, похож будет. Я думаю, это Леха Иванов. У меня есть одна версия, но... Это Лунь? Ну, это Лёсик Иванов, мастер, конечно. А, Иванов. Зоба, пусть будет Зоба. Не дай бог, это Лунь. Ха-ха, попал. А, почти. Красавчик, Алексей. Кстати, Лунь и Лёша, они сейчас вместе постоянно. Он такой географ, много путешествовал, наверное. А это у него что на глазу вот здесь вот? Это что за кадр? Что за значок у него там? Ударился, может. Кто это такой? Не, ну блондинчик, у нас не так много их. Такой добрый. Мне кажется, это Самошников. Самоха, что ли? Самоха. Самоха. Да ладно, это он. Да, блин, ну вот я говорю, улыбка, да, улыбка, прям подсказка хорошая была. Опа, браво. Ну он это, я думаю, он много разговаривал там на уроках, да? Видно, что он такой этот. А тут сильная фотка. Ну видно, личико такое, пухленькое такое. Ну типа нельзя это спутать ни с кем. По щечкам я угадал. Это Рифат. На велосипеде. Такой недовольный, только Рифат может быть. Ты кто? Ну, это Риф, наверное. Риф, да. Так, ну это Рифат. Ну, на моде на джинсе уже двигался. Задними колесами страховался. Ну, я помню, когда смотрел, вот когда его показывали, Зюба говорил, что щечки такие пухленькие. Ну, это было легко. Красавчик. Вот он не изменился совсем. Ё-моё. Так, это космонавт голова, что ли? Да-да, голова, но даже здесь видно его, вот эти вот три пера на голове. Ну, это Саша Головин. Смотрите, лицо даже особо не поменялось у него. Это голова. По прическе видно, что это он. Да-да, он укладывает в бок сейчас. Ну, лучше, наверное, как сейчас. Тут такая не очень. Ну, тогда лучше было, чем сейчас. Ну, это, мне кажется, кто-то из моих ровесников. Хотя... Такой карапуз. На муху похож. Но не, по глаза не мухи, глаза не черные, как я помню. Осипенко? Ну это сложно как-то. Это кепка, да, на нем? Макс, что ли, Осипенко похож? Лунь? Явно это не Марио Фернандес. В Бразилии, я думаю, вряд ли такие пейзажи. Пусть будет Кара. Бинго. Караваев! А, это Слава, точно, блин, я не угадал. Да, Слава, похож, есть, да. Ну, черные глаза, я что-то вообще не вспомнил, да. Не, он, кстати, любит кепки, да, он постоянно носит. Погорячился с ответом, да, можно было угадать. Не, ну здесь совсем маленький ребенок. Блин, тяжело, вот по таким детским фотографиям прям очень тяжело, мне кажется. Валентиныч? Не знаю, мне прям сразу перед глазами Зоба стал. Вот не знаю, почему я, ну, просто не знаю, кто еще может быть. Зоба? Зоба. Это Зоба, точно, это Зоба. Ну, прям вот я сразу как-то угадал. Не знаю, ну, просто показалось, что он. Опа, это? А кого из них угадать надо? Кто из них, первый или второй? Или это братья Мирончуки? Я сначала думал, может, Леха с Антохой, но нет. Валентинович? После старой фотографии.
это очень легко. На чемпионате мира участвовал? Тогда не Валентинович. Потому что я знаком с его сыном, Виталиком. И он вот так вот выглядел, когда я с ним познакомился, как раз он одинаковый, как папа. Ну, здесь уже надо наобум. Пальцем в небо. Это Виктор Савельевич? В натуре Савельевич. Виктор Анопко. Джикия пусть будет. Ну, чуть-чуть, не знаю. Вот по нижней части, наверное, лица как-то похоже. Ну и плюс то, что очевидно по фотке, что с тренерского штаба. Как челюсть идет, и нос вот похож, да. Ну, почти угадал, амплуа угадал. Ну, это дюб по стопу прям, ведь сразу видно. Вратарская форма как будто сразу. Здесь тоже все просто, но это дюпа. А это Дюпин? С своим ребенком. Дюпа с ребенком в школе уже. Да, слева, может, там брат какой-то еще. С младшим братом, наверное, да? Загулял раньше времени. Иван Жив всплыл потом. Опа, какой красавчик. Не, кто это? Дивей, мне кажется, Дивей. Это кто, Заха? Сразу понятно. По прическе даже у него сейчас так много волос на голове, и сейчас даже здесь. Я думаю, это Джики, но... Нет, это Джика, да, просто он без бороды, его никто не видел таким. Последний раз его таким видели. Как кто знал, видимо, но это Джика. А, вот он, Джика-то. Чисто из Балашихи. В смысле, у него изменились уши так? Ну, вообще не изменился. Тоже. Только с бородой. Вообще ни одной мысли в голове. Ну, может, вот это Заха? А, я понял. Захарян. В колпачке, еще и при бабках сетчатка. Поехали куда-то, да? С пуделем. Дмитрий Камбаров. На Зелю похож Бакаева, но не так уж. Ну, это ж не Леха не может быть. Ну, Миранчук. А, это Бакаевы, братья. А, Бакай, блин, точно. Зелимхан. А еще дальше можно было фотку сделать, чтобы вообще не видно было? Опа, что за симпатяга? Ну, это вообще без шансов, мне кажется. Кого-то напоминает, кого-кого. Черш, что ли? Баринов. На Хасбика похож, нет? Ну да, я понимаю, я не могу понять, кто это вот прям вот так, чтоб... А, это Далер. Ну, это я. Ах, это он! Ну ты меня это направил не туда. Далер чистый Хасбик, конечно. Раньше так, таким милым был, да? Ну, кстати, я, ну, может, не угадал бы, но я про другого подумал. Это пару лет назад, да? Еще моложе можно было фотку поставить. Да, это тоже просто, это даже по кипе видно. Ну, в Динамо сразу было, это или Заха будет, или Фома, или Тюка. А, Тюкавин. Ну, это Тюкавин. Это наш нападающий Тюка. Ну, Тюкава это я фотку видел где-то в интернете, но он вот что, неделю назад плюс-минус так выглядел. Ну, да, и особо не изменился. Такое же детское лицо. Это что такое-то? Так, это кто недовольный? Новогодние подарки. Видимо, его не подарили, он такой грустный. Так, 27 декабря 1994 года, это сколько? Это... Я даже на бум даже не знаю, как сказать. Это Заба? Мечилуют? Какие Мечилуют? Я могу сказать, что это я, конечно, в 4 года. Гили, что ли? Ну, по возрасту только Луни, наверное, потом. А, да, ну да, ну нет, у Гили таких игрушек не было, я думаю. Лунь, что ли? Значит, на Луня не похож. Лунь? А, ну, значит, Лунь. Ну, Луня, ну не. Ну, пускай будет Луня, ну... Серьезный такой, да? Почему здесь рот такой маленький, а тут уже побольше стал? Опа, что же у нас за рыцарь такой? Ну, это какой-то рыцарь. Валерий Георгиевич. И что здесь угадывать? Здесь вообще ничего не видно. Не, слишком это недавняя фотка, типа... Мохин? Ну, просто... Баринов? Это Бариус? Это во Фрязино такие фотки делали? Ха, здорово. А, все, вспомнил. Да, что-то вообще забыл про него. Бара. Вообще не похож. Я бы даже сейчас не сказал бы. Вот и вообще нет. Кэп.
Да не, вы что, это не Дим. По глазам, да, брови нет. Рот нет. Ладно, ух ты, еще лучше. Что же за красавчик у нас? Блин, вообще непонятно, кто это может быть. Лысенький, да? Дивеев? Здесь тоже непросто, довольно-таки. Муха, что ли? Кто сейчас без волос? Муха. Да, это муха, походу. Отморозок видно сразу. А, Мухин. Да. Да. Муха, извини меня. Ну, это Лёсик. Ну, это Лёша. Ну да, но я на самом деле даже больше маму их узнал. Брат, отрезали, да? Вот я, ты хитрый, а? А, Миранчук, Лёшка. Это Лёх Миранчук. Или Антон. Этого мы никогда не узнаем. Валентинович? Ну, слева Валерий Георгиевич. Валерий Георгиевич, наверное, да, с таким суровым взглядом? Даже здесь такой серьезный. Ну, здесь Георгиевич слева, конечно, суровый. Как после 60-й минуты матча с Кипром вчера. Такой же был. Здесь уже нельзя не угадать. Валерий Георгиевич. Заха. Во. Похож прям. Захарян. Ну, это Заха. Ну, это точно Заха же. Армянские эти корни. Оп. Это кто на телефоне сидит? Что-то видится. Это кто такой деловой? Он-то кто там по телефончику общается? Ну, прям вот мне. Вот это знакомое лицо. Дивеев. Ероха. Ероха? Нифига он хомяк был. Не знаю я. А, Ероха, да. Да, похож. Вот здесь он похож. Да он не похож вообще. Ну, это реально очень, ну, типа, супер изменился. Ну, как бы вот, не знаю, глаза, наверное, только взгляд. Дивеева, что, никак не... Ероха. Кстати, его сын вообще копия, он в детстве, да. Макси. А, это Максименко. Ну, Максименко 100%, у него сейчас такая же прическа плюс-минус. Вот он вообще не изменился, эти. Причесон только тебе наоборот. Наверх, да? Он раньше вперед укладывался, назад. Кто у нас такой темненький? Ого. Ты в нашей команде? С мартышкой кто сидит? Ну, и не того, кто в руках у него, я отгадываю, правильно? Подожди, не, это не в нашей команде. Гиля, что ли? Гильермо? В Барселоне играл, точно. Вот играл, кто, Роналдиньо похож? А, ну все, я вспомнил. Ну это Гильермо. Роналдиньо или Роналдо это? Ну это Тимати, что ли? Я серьезно. Тимати? А, да, видите, как я разбираюсь. Так я был прав, да? Так я вам футболист. Не, ну просто он похож на кого-то, на Роналду или так, что-то такое у него есть. Кстати, он не сильно изменился.